Доброго днища, дорогие друзья! Вас приветствует канал Playday. Сегодня у нас 10-я серия, юбилейное прохождение Grounded. Сегодня будем заниматься чем-нибудь интересным, я так думаю. Так, ну понятно. Превосходный щиток. Что у нас из доступного? Печь. Давайте сегодня сделаем ее. Она нам понадобится. Так, отлично. И еще хочу сделать себе зиплайн. Ну, чтобы упрощать свое путешествие в верхний двор. Канатную дорогу. Так, значит, что нам нужно? Поставить чертеж сейчас. Так. Давайте вот куда-нибудь ее вот сюда. И где-нибудь на уровне сока поставим потом вторую. Нам нужна глина. Нам нужна глина. А еще у меня нету этого самого. У меня нету кого? Там нужно будет сорняк взять, ну, срубить. Там одуванчик растет недалеко, поэтому, думаю, и мы воспользуемся. Так, у меня броня разбита очень сильно, и мне нужно ее починить. Чтобы ее починить, мне нужен клей для починки. Мы прокачали нашу броню, поэтому теперь можем чинить ее с помощью клея. Для этого давайте воспользуемся, наверное, чем... Муравьиный лев, часть паука. Так, 10 мятных осколков для одного клея. Ну, как-то много, конечно. Давайте божью коровку, часть клопа. Ну и, наверное, кусок термита, потому что мы рано или поздно пойдем бить еще термитов в любом случае. Что у нас тут? Хохолок у меня есть. Используем его. Мне нужны еще копья. Мне еще нужно сделать себе смузи. Обязательно, потому что мои запасы иссякли. Что у нас тут с мускул капусты? Еще 13 минут. Так, давайте, наверное, пойдем покопаем личинок. Сейчас еще починю себе рапиру. Вот. И пойдем искать личинок. Вот уже одна тут копошится. Вторая. Отлично. Четыре смузи у нас уже в кармане, можно сказать. Давайте тут еще пойдем поищем. Собираем всегда. Лишним точно не будет. Тем более нам еще делать смузи. Ингредиенты на сомнительную жижу, так скажем, нам еще пригодятся. Поэтому не забываем это все собирать. Так. Можно, в принципе, пройтись немножко дальше еще. Так, тут вот личинки есть обычно. Сейчас надо подкрепиться. Вон личинка, судя по всему. Так. Целых три. Здорово. Семь смузи у нас есть. Так, ростки собираем. Мне еще понадобится сделать себе копья новые. Поэтому обязательно собираем. Все собираем. Камушки мне еще нужны на копья. Так. Сломанные копья
Закинем тоже смузи, я думаю, если удастся. Ну, где личинки-то еще? Так, муравьишка, муравьишка. Выпьем. Так, 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 собираем. Я напоминаю вам, что если вам нравится видео, вы ждете новые серии прохождения, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям, делитесь этим видео, потому что мы стараемся на качество и хороший контент по мере наших возможностей. Так. Что-то я больше не вижу тут личинок, честно говоря. Давайте вернемся в сторону дома. По пути, может, нам что-то и попадется. Так. В этой серии мы еще попробуем достать себе значок Тора. Потому что это очень полезная штука. А если добыть ее на раннем этапе игры, так вообще замечательно. Так, вот я слышу где-то здесь. Вон она ползает. Так, еще, конечно, можно будет как вариант добыть себе громилу щипача. Вот она спряталась. 11 смузи у нас есть. Блин, и где? Я проглядел. Идем на звук. Вот она, блин. Клевери совсем не видно. Так, 12 смузи у нас есть. Режима. А что я им сделал такого? Я же их не трогаю. В чем проблема? Так. Так. Хотя, знаете, по большому счету я мог бы... А, нет, у меня место спавна. Мы же сделали кровать в прошлой серии, и я сохранился там. В районе, получается, в районе гриля. Соответственно, сейчас желательно не умирать раньше времени. Так. Ладно, хорошо, сделаем пока из того, что имеется. Можно, конечно, еще сходить копнуть глины. Так. Копнуть глины. А копнуть глину можно там, где есть лужа. Здесь еще бывают личинки. Кстати говоря, по-моему, здесь и копошится одна рядышком. Ладно, не будем на нее отвлекаться. Сейчас, если по пути не встретиться, то ну и фиг с ней, как бы. Ой. Ну, нет, ребят, нет, нет, нет. Я сейчас не готов к теплым встречам, потому что у меня броня не целая вся. Надо будет еще божью коровку, наверное, грохнуть одну, потому что мне нужны. Так, попутно нужно себе еще сделать бинтиков обязательно, потому что у меня совершенно нет никаких хилок. Так, замечательно.
19 жижи уже, отлично. Вон еще вижу одна копошится, надеюсь, это не гусеница. Еще 5, ничего себе. Это, конечно, подарок судьбы настоящий. Так, хорошо, замечательно. Вон вижу водоем, значит, там должна быть глина. Нам нужны 4 штуки на одну. На одну стойку. Получается, чего? Блин, ребят, ну вы, конечно. Это очень неприятно. Блядь, я же... Ладно, так, возродиться возле полевой станции. Возле ближайшей. Потому что у меня место возрождения именно к кровати находится наверху. Мне еще понадобятся жуки-бомбардиры, потому что у них кипящая железа. Так, а почему я возле этой полевой станции не появился? Наверное, она у меня не обнаружена. Да, точно. Так и есть. Так, хорошо, мы эту... О, слушайте. Я, конечно, очень смелый. Раздобываю глину возле клопа. Суровые времена. Что поделать? Сейчас заберем остатки своего лута. И, в принципе, мне, наверное, должно хватить. Хотя... Так, ребят, спокойно. Один есть. Еще один есть. Так, пройдем в эту сторону, наверное. Вон глина как раз вижу. Вон и жуки-бомбардиры. Хорошо. Стрел у меня нет. Это не есть хорошо. Тогда, наверное, не знаю даже атаковать их. Сучоныш такой. Тихо-тихо. Вон что вытворяет, вы видите? Так, приятель. Спокойней, пожалуйста. Давай, давай. Замечательно. Я, честно говоря, думал, будет хуже.
Вот засранцы. Нет, это имба. Это очень имба. Не, ну жесть, конечно. Слушайте, можно сейчас, наверное, попробовать подождать. Хотя, по сути, я же ничего не потерял. Точно, точно, я ничего не потерял. Мне нужно просто забрать свое барахло и все возле пауков. Блин, а почему не эта полевая станция? А, та самая ближняя была. Все, блин, все понятно. Я же ее и обнаружил, я же на нее и жаловался. В том-то и прикол. Так, хорошо, ничего страшного. Собственно, мы сейчас сделаем, доделаем до конца здесь у себя, получается, канатную дорогу. И потом сделаем наверху. Возьму с собой глину, ну, тростник там. На худой конец я уж найду, я думаю. Вот. И будем проще гораздо перемещаться уже в верхний двор. Так, сейчас главное забрать свое барахло еще. Что у меня там и кипящая железа, она мне будет нужна для того, чтобы сделать печь. Для печи мне остался еще, получается, этот вечный уголь из гриля. Показалось ли тут личинка ползала? Да блин. Так, что у нас? Запись идет, все отлично. Так, попробуем сейчас аккуратненько пройти, поскольку... Блять. Да иди в жопу! Ты мне не нравишься. Так, вон москиты летают. Наша цель куда ближе должна быть, по крайней мере. Сейчас. Ну да, конечно же. Конечно же. Ты вот, друг, вообще понимаешь, что ты нарушаешь законы, сука, всего? Вот главное, я не могу его через куст ударить, а он меня может. Бля, ну за что? Ладно. Так, где мой рюкзак? Он там. Все, они на меня не агрятся. Я сбежал. Замечательно. Слушайте, ну вот надо же было, конечно, лабораторию сделать прямо на месте спавна тех говнарей. И ты не утонул, что ли?
Ну все, да, друг, вот так вот мы и поступаем с такими. Да вы что? Серьезно? Наверное, поэтому они на меня и нападают, эти ваши москиты. Говнючие. Ой. Паутинку я, пожалуй, соберу. Как компенсацию своего рода. А здесь поступим иным путем. Так, здесь есть сорняк. Мы вот сейчас тут немножко по-хитрому поступим. Ой, 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 ой. Все, отвалил от меня, да? Молодец. Так, надо похавать ему. Ну, в воде-то, наверное, вообще круто есть. Главная моя радость это то, что я стайки увеличил у себя в инвентаре. Ну и, соответственно, в сундуках. И сегодня мы зубы найдем еще и сделаем себе увеличенное количество мутаций обязательно. Блин, инвентарь же полон. Че я сюда вообще? Так, сейчас доделаем себе канатную дорогу, вернее, ее часть. Я единственное, что очень надеюсь, что мне хватит паутинной веревки, которую я создам в итоге. Сейчас еще надеюсь, чтобы протянуть ее до верха. Потому что будет очень неприятно, если не хватит. Так. Угу. Замечательно. Так, закидываем еще сюда глину. Кипящую железу. Вот жалко, что уголька не хватило. Так, ой. Это есть. И значит, что у нас есть с собой. Мы сейчас все это дело выложим. И я разложу на сушилку мясо. Пойдем теперь делать смузи. Так, что тут у нас? В смысле, я же паутину разломал, почему не хватило? Странно. Так. И так. Замечательно. Топор есть. В случае чего это будет мое единственное адекватное оружие. Теперь делаем смузи. Давайте из обычной. Давайте, наверное, растительное волокно возьмем. Где оно у меня? Вот. Мне понадобится его много. Так. Делаем массовое производство смузи. Еще больше смузи. Так. Замечательно. Что у нас по мускул капусте? Она у нас еще зреет. Крайне жаль, что мне не хватило одного уголька на печь. А, тем не менее. Так, это мы складываем все дело. А, глину нет, глину мы берем. Глину мы берем обязательно. Это оставляем. Копье надо было сломанное закинуть, конечно. Так, каменное копье. Я сделаю 5 штучек. Одно у меня сломано. Ну, думаю, этого должно плюс-минус хватить мне на ближайшее время. Сделаю еще одну дубину рыжего муравья, чтобы швыряться. Кинжал я не буду делать пока что. Хотя у меня, кстати, есть задание на него. Там порядка 400 очков, ну, крупиц знаний будет за него. Ну, да ладно. Так. Значит, у меня есть с собой смузи. Тля поесть у меня есть с собой. Даже две у меня штуки еще есть вяленого мяса личинки, кстати говоря. А что мы еще делаем? Мы с собой не берем, наверное, арбалет.
Вот, там, кстати, может жук бык встретиться. Сколько нужно для того, чтобы поставить 4? 4. Значит, мы вставляем себе 4. Мы забираем всю паутинную веревку, потому что она там, скорее всего, нужна будет вся. А, и что делаем? Тут у нас все разложено, в принципе. Жук-бомбардир, понятно. Ну, собственно, что, можно спать и отправляться в путь. Цель у нас это поставить себе канатную дорогу до базы и забрать, получается, значок Тора. Вот. Употребляем мясо. Мы вяленое мясо личинки еще закинем сюда. Вот так вот. Вот она. Стоп. Рай созрел. Ну. Хорошо. А, тут у нас проблема. Или это надо срубить? Так. Две штуки. Почему так мало? Нет, на самом деле это достаточно мало. Ладно, я посажу еще по одному. Я помню, что у меня есть удобрение. Так, копье сломанное. И вот это, наверное, тоже. Вот, отлично. Эту мускул капусту мы сложим оставшуюся сюда. Может быть, потом в перспективе еще парочку грунтовых этих штукенций сделать. Так, все, собственно, мы направляемся в верхний двор. Сейчас еще раз проверю, все ли у меня с собой. Глина есть, паутинная веревка есть. А, у нас есть с собой смузи, есть с собой попить. Есть у нас с собой поесть. Арбалет я оставил. Это у меня есть все. Ну, в принципе, мы готовы. Единственное, что я хотел сделать еще бинты. Так, бинты, бинты мне нужны сделать. Давайте 5, почему бы и нет? Пригодятся. Рано или поздно. Надеюсь, поздно. Так. А мы сейчас как поступим? Тут у нас ничего не выпадает же, ни пыльца, ничего. Еще разработчики не добавили. А, кстати говоря, насколько я знаю, должен быть какой-то предмет по типу шипа розы. Но когда он добавится, хрен его знает. Так. Угу. Ой, ну, не совсем, конечно, по плану, я скажу, но да ладно. Надо еще по пути росу выпить бы. Так, в любом случае, москиты тут пока что не тусуются, и это замечательно. Ой, сильная жажда. Ой, зато здесь вон дрифтит это самое. Коза. Коза-гусеница. Вот. Перекусим. Отлично. Более того, напоминаю, что после того, как вы поспите на кровати хотя бы второго уровня, у вас увеличивается количество, ну, вернее, скорость появления жажды и голода уменьшается. То есть, как видите, вот слева снизу в списке бафов у меня есть голод и жажда, они со звездочками вон там, ну, типа поспал, короче, со звездочкой и с... ну, типа солнце и луна, короче, месяц. Вот, имейте это в виду. Это очень логично делать и рационально, когда собираетесь куда-то в путешествие, в далекое или не очень, когда на босса идете и так далее. То есть это увеличивает вашу силу, так скажем, в общем плане. Да блин, давай запрыгивай. Так, что мы
Делаем. Я очень надеюсь, что сегодня у меня с паркуром все будет гораздо лучше, чем в прошлый раз. В прошлой серии. Вот как раз сейчас одуванчик себе заимею. Наверное, надо было бы себе взять. Давайте я здесь себе сейф создам. Конечно, можно было бы возродиться, ну, умереть и возродиться уже непосредственно наверху, но тогда мне пришлось бы снова искать ресурсы, а паутины и веревки у меня в принципе нет с собой. Там негде ее найти, просто так. Так, давайте. Нам надо вон наверх. Куда? Туда получается, да. Здесь больше негде попасть. Поэтому... Так, одуван мне еще нужен. Я забыл про него совсем. Так, вот это дело мы, наверное, тоже возьмем. Сразу с собой. Там, возможно, не будет шансов быстро это все искать. Ага, выпить росинку, пока у него руки заняты, он не может. Ясно, будем иметь это в виду. Так. Вот сюда. Давайте. Ладно, ничего. В прошлый раз мы использовали одуванчик в прошлой серии. Так, замечательно. Попасть нужно на вот эту травинку. И на вот эту. Вот и все. Здорово, круто. Мы находимся уже наверху. Сейчас снова здесь сделаем сейф. Очень удобные спальники расставил. На мой взгляд. И как раз сейчас добежим до сука и поставим себе установку для канатной дороги. Замок Мулдорг. Когда-нибудь мы и до него доберемся. А если хочешь, чтобы мы добрались поскорей, помоги мне лайком. Обязательно. Это очень важно для алгоритмов YouTube, чтобы видео чаще попадалось в рекомендации. Так. Москиты меня тьфу-тьфу-тьфу не видят. Сюда мы точно не пойдем пока что. Там вон опасные товарищи летать могут. Если кто не понимает, это я про шершни и про ос. Нафиг бы они были нужны. Вот, где-то здесь надо поставить нам себе канатную дорогу. Примерно вот так, давайте. Ой. Ну, где же ты? Где же ты? Вот. Отлично. Вот как раз. Один стебель сорняка мне нужен. Вот его-то мне и не хватило как раз. Так, хорошо. Чтобы далеко не бегать, давайте вот этот все-таки срубим одуванчик. Так, я не могу, да, понятно. Сейчас он. О. Замечательно. Доделываем. Так, блин, а мне трех паутинных веревок всего не хватает. Ну, не беда на самом деле. На самом деле это не беда. Сейчас мы направимся за молочными зубами.
Где там бутылка? Банка. В той стороне. Давайте лучше по верху пойдем. Достаточно опасный райончик. В любом случае, верхний двор пока что для нас, в принципе, весь является опасным райончиком. Поэтому лучше идти по верху. Вон вижу банку. И где-то тут должна быть и крышка. Рядом. Аккуратненько тут пропрыгаем. Да, не стесняйтесь, кстати, пользоваться режимом фотографии. Вот где-то здесь она уже и должна быть, эта крышка. А, вот она, господи. Она прямо под нами получается. Слышно рядом, как кричит мотылек. Спит, вернее, сопит, храпит. Спускаемся. И здесь у нас, помимо всего этого, находится карточка, ну, значок стажера, который увеличивает силу при ношении. Это же замечательно. Спать здесь нельзя, к сожалению. Ну, что поделать. Так, и теперь мы направляемся за зубами. Так. Отлично. Очень здорово, что разработчики решили сделать такое местечко приятное. Где можно сразу набрать себе зубов. Что ж, теперь мы попробуем направиться за значком Тора. Главное сейчас, чтобы нас не захотела сожрать божья коровка. Она может очень легко захотеть. Сейчас я заюзаю бинт и смузи. Так, ну вроде бы не на горизонте даже. Ой, нет, я слышу, как она мурлыкает. Давайте вот мы сейчас тут проберемся аккуратненько и выйдем. Так, ну давай. Давай, родной, все. Так, вот мы идем, значит, в сторону трухлявого пня. Я предлагаю все же продолжить наш путь именно по верху также. Ну, достаточно безопасно будет. По крайней мере, до поры до времени. Если, конечно, сам где-нибудь не убьюсь. Я же могу. Ладно. Используемся здесь. Вот, отлично. Так, если что, мы направляемся к трухлявому пню, вон тому. Вернее, там даже не пень, а типа полена какого-то, деревяшка. Там может быть опасно. Возле него также находится один из осиных ульев небольших. Ну, как возле него? Возле палочки тут недалеко. В одном из гайдов я показывал ракету с кислой кротовиной. Вот как раз-таки там. Еще на этом полене спит один мотылек также. Ладно, в принципе, мы относительно безопасности сейчас вот здесь пройдем еще. Так, надо его покормить, потому что скоро у него будет теряться выносливость. Так, проходим, проходим. Вот там улей находится где-то в той стороне. Что мы делаем? Нам надо пробраться примерно на середину этого. А, вот здесь осиный улей. Все, точно. Вот и жук-бык.
Это все достаточно опасное место, поэтому нам следует передвигаться крайне осторожно. Давайте вот сюда пройдем. Уж лучше мы будем поверху идти и видеть происходящее все, нежели где-то там по низу шкериться и не видеть происходящее. Так. А тут наверх мы не попадем, поэтому давайте дальше. Сюда на травинке. Так. Отлично. Блин, хотел. Хорошо, что он не может докинуть. Ух ты, ё-моё. Ха-ха. Давай, побегай. Хорошо. Так, ладно, здесь же по стеблю, наверное, можно залезть. Сейчас пройдем. Так. Это все, конечно, очень хорошо, но что нам это дает? Нам надо попасть, получается, на кору. А, ну, в принципе, мы здесь уже, в этой стороне. Можем проследовать сразу сюда. Я все-таки хочу заменить хохолок, потому что сейчас рисковать, на такой высоте мне не очень хочется. А значок Тора очень хочется. Блин, зачем ты упал? Здесь нам и нужен хохолок. Вот, отлично. Супер, вот мы и нашли кулон Тора. Давайте его сразу. Применим. Хотя, наверное, он мне сейчас менее важен будет. Итак, а их можно ли на быстрые слоты закинуть? Я что-то даже не задавался таким вопросом. Замечательно, можно. Вот я сейчас тогда пушинку и кулон Тора закину. И буду периодически менять. Так, тут у нас есть крупица знаний. И здесь ноготь. Но я пока что не могу его добыть, потому что я еще немного лошок. Не до такой степени крутой. Так, давайте, может быть, сразу заберем. Хотя нет. Это, наверное, ни к чему все-таки. Что у нас еще сегодня по плану? Конечно, хотелось бы убить, допустим, жука-быка, хотя бы для того, чтобы его башку заиметь и сделать себе молоток. Но я не уверен, что это удастся сегодня сделать. Поэтому давайте будем реалистами и попробуем лучше угля добыть. Потому что мне нужна печь. Так. Давай нафиг не это самое. Дорогой мой друг, муравей. Супермиксер. Чудесно. Да блин. Что вам надо? Возьмем семена травы, что ли, ради интереса одно.
Так, вон жук бы гуляет. Они есть и наверху, поэтому давайте. А, блин! Давай ты будешь бросать свои камни в траву. Я пока не готов умирать. Мне нужно добежать до своего спальника возле углей. Или углей. Как правильнее будет их назвать. Чтобы зареспавниться там. Ну, вернее, чтобы создать себе точку восстановления. Броня у меня пока что вся целая. Что-то как-то легко у нас получилось сейчас сделать часть наших дел. Меня, конечно, это смущает. Потому что, скорее всего, игра готовит мне какую-нибудь сраку в подарок. Раз уж мне так все пока что легко дается. Но, может быть, дело в том, что это юбилейная серия прохождения, и все, поэтому так. Давайте лучше для себя объясним это таким образом. Так, нам остался один уголь для того, чтобы сделать печку. Но он, скорее всего, не один выпадет. Поэтому возьмем то, что получится взять. В любом случае, я могу возрождаться приличное количество раз. У меня есть водица. Так, здесь мы по веточке забирались в прошлой серии. Давайте так же и поступим. Но на будущее мне придется сделать себе еще броню. Я думаю насчет брони из мокрицы, но пока это не точно. Так, здесь где-то был у нас навес стоял. Давайте к нему проследуем. Вот и он, отлично, замечательно. А фляжка у меня полная. Задать место возрождения. Вот и замечательно. Давайте теперь пойдем найдем уголь. Так, здесь, а вон он есть. Быстро набирается прожарка. Все-таки. Так, семерочка. Ой, жесткая мякоть, где ж ты была в прошлой серии, подруга? Гусеницы знают, что я здесь, да я за них очень рад. Подобрали, отлично. Два уголька. Вон говнючка уже одна. Ползает. Очень имбово, конечно, то, что им не наносится урон от жары. Встал, друг. Да ты глянь, жесткая мякоть тебе, пожалуйста, и кислота. Вот ты раньше-то что, нельзя было, что ли? Да, этот метод работает. Метод с броском также работает с молотком на камнях. Все правильно. Надо забрать его только. Забрать, забрать.
Да что ты себе позволяешь? Так, хорошо, чтобы я сильно не расплакался, видимо, они решили не давать мне здесь. С нее жесткая мякоть из последней. Так, вечно уголь есть, уголек, вернее. Дальше мы идем тут долбить. А-тя-тя, пить. Да уж. Слушайте, но у меня количество здоровья-то прибавилось. Это хорошо. Это очень радует. Жижу хлебнули. Пройдем. Так, что мы еще можем сделать? Вот здесь можем добыть. Блин, не можем добыть. Я вас понял. Так, 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 ты за мной не ходи, подруга, потому что у меня здоровья мало. Там живут два паука-волка. Если кто не знает вдруг. Не знаю, почему они живут вдвоем. Возможно, они из Европы приехали. Не исключено. Так, семерочка. Вон, там есть еще уголь. Можно, конечно, было бы приготовить себе... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, спокойно. Можно было бы приготовить себе специальную штуку для того, чтобы уменьшить влияние жары. Но она, по-моему, добывается... Ну, нужен чип, короче, для бургла. Так, все, замечательно, хорошо все. Я теперь что предлагаю? Попробовать все-таки осмелиться убить жука-быка. Но только... Только я не знаю, как бы нам так... Слушайте, в принципе, я сейчас вернусь на базу и доделаю себе эту самую канатную дорогу. А после уже можно будет и наверху жука-быка найти или попробовать его сагрить на черную вдову, не знаю. Будет интересно. Так, а вот здесь нам не помешает ступенечки, я считаю. Вот глиняный скат. Не поддерживается. Так. Вот как-нибудь вот так вот. Наметим на будущее. Все, направляемся на базу. А, я же пуш этот самый значок Тора не использовал. А он, кстати говоря, по-моему, потихонечку хилит. Если только это не понерфили, но... не точно. Слушайте, да, да, да. Очень медленно, но он восстанавливает ХП.
Да, конечно, хорошая штука. Этот штука для, ну вот, вернее, москита, игла москита, вот, вспомнил, как она называется. Восстанавливает ХП, но, блин, она первого уровня у меня, поэтому это очень... Этого мало, так скажем. Зато у меня есть 9 углей. А, так, надо крепиться ему. У нас там еще мясо вялится, замечательно. Надо проверить все-таки по поводу кулинарии, именно рецептов. Может быть, я все-таки умею уже делать блюда, которые уменьшают прожарку. Скорее всего, слушайте, наверное, все-таки да, надо у Бургла посмотреть. Он же по логике должен открываться в песочнице. Ой, подружка, привет. Ты меня тлю убила, спасибо. Давайте вы там друг с другом это самое потусуетесь. Вон, идите божью коровку хавайте. Это подарок. Ё-моё, я дико извиняюсь, что-то в носу защекотало. Пришлось все-таки чихнуть. Не выдержал. Ух. Так. Сейчас нам нужна паутина. Нужно паутинное волокно, чтобы сделать веревку до конца. И канатную дорогу. Так. Ага. Ну, в данный момент мы этого сделать не можем, поэтому пойдем вплавь, что поделать. Блин, а надо было... Вот я неумный человек. Надо было прыгнуть там, по идее. Хорошо. В следующий раз так и поступлю. Давайте сейчас сюда пройдем. И надо нам в любом случае к Бургу направляться, потому что у нас же зубы еще есть молочные. Так, анализатор, замечательно. Поножи. И шлем. Ну, супер здорово, что я могу сказать. Ничего тут вкусненького не лежит. Давайте получу сеть. Вот, паутинное волокно. Мне же, по-моему, всего три нужно паутинных волокна. Всего три паутинных волокна, чтобы это самое. То самое. Ай, я перелетел, блин. Тут что-то карпкой рычит, по-моему, где-то. А, все, он уплывает далеко. Замечательно. Водоросли еще себе наберу. Попутно. Пригодятся. Кстати, надо посмотреть, сколько стоит клонировать смузи ради интереса. Ни разу этого не делал. Так, ну здесь можно подняться. Так. Направляемся прямиком к Бургу. Этот значок Тора рекомендую всем, как только у вас появится топор третьего уровня, всем рекомендую сразу добыть себе его значок Тора. Вещь просто крайне незаменимая. Так, ну-ка, ради интереса. Жижа личинки. Три штуки. Вообще красота просто. Так, сейчас проверим ради интереса, сколько стоит клонировать жижу личинки, например. Так, с Бурглом мне не о чем поговорить же. Не о чем, замечательно. Так, смотрим, значит, жижа личинки, стоимость копирования 100, то есть условно за 1000
можно сделать себе смузи. А смузи сколько стоит? 1000. Вы представляете? 1000 стоит смузи. Паутинное волокно. Сделаем, давайте, пару штучек, потому что мне там, по-моему, надо 3. И сделаем себе жижу, конечно, личинки. Единственное, что это все долго происходит. Почему нельзя сразу количество указать? К сожалению, не понимаю. Хорошо, значит, надо на базе, получается, иметь хотя бы одну жижу личинки. Так, что у нас? О, уголь стоит 900, прикиньте. Холок 500. Почему нельзя ему это продать? Интересно мне. Вот прям правда. 2600. Так, смотрим, что у нас в магазине рецептов. Исследователь, исследователь, это я не хочу. Максимальное число активных мутаций. Это просто замечательно. Что мы можем? Либо максимальное здоровье увеличить, либо лечение. Я все-таки думаю, что стоит... максимальное здоровье. Так, и у нас один зуб. Максимальный объем пачки стрел. Слушайте, но я пока этим не пользуюсь. Я не пользуюсь стрелами, так что извиняйте. Книга инструкций песочница. А защита от прожарки. Вот она. Но мне для этого нужно сделать себе... найти части этих говножуев. Так, взрывучка, понятно. Приманки. Приманки. Стрела, привлекающая насекомых. Просто Ага. Это просто, а это вот непросто. Но я не совсем понял их разницу. Эффективность бинта из волокна. Вот улучшение фляжки я хочу. Перьевые крыши, лестница, книга инструкций. Так. Улучшение факела. Так мне доступен вечный огонь, вот этот каменный фундамент. Ну, по-хорошему нужно. Кость знания нет. Сканер кость. Селение легких интересно, но не сейчас. Эффективность бинта из волокна. Думаю, все-таки нет. Сейчас давайте вернемся на нашу базу и сделаем себе печку. В первую очередь. Так, тут вроде плюс-минус безопасно. Что у нас водится-то? Водица у меня пустая. Надо собрать себе росу. Тут не собрать. Понятно. Там вон где-то уроды эти ползают. Где-то сзади. Я с ними встречаться, конечно же, не хочу. Так, жижу личинки складываем. Вечно этот уголь складываем, это тоже. Семечки, понятно. Тлю сейчас закину на этот самый. Так, ну это полезно для стройки, значок стажера. Поэтому его я оставляю на базе. Здесь надо закинуть все, вялится. Так, что у нас? Блин, а я все-таки не изучил, да? Ну, понятно.
Выносливость при атаке добавляется. Хорошо, здорово. Так. Часть паука. Капец, по 10 кусочков, конечно, это, ну, грабеж, я бы сказал. Так, давайте доделаем печку нашу. Супер здорово. Мы, наконец, можем делать кирпичи и могучую крупинку. Создадим еще 5 прочных брусков. Кстати, что насчет второй? Мне понадобятся жуки-бомбардиры, конечно, но вторая печка очень нужна будет, как мне кажется. Так, и что у нас по поводу канатной дороги? Так, понятно. Но на базе вроде бы у меня больше нету. А, есть, ё-моё, замечательно. Ребята, вы это видите? Я теперь могу верхний двор гонять прямо со своей базы. Это же супер круто. Так, теперь что мне не нужно? Сейчас мне не нужно оставлять там себе респаун. Поэтому я сделаю его здесь. Тут вон там что-то пауки гоняют. Давайте я сделаю грибную кашицу. Поставлю делаться. И грубую веревку. Смузив у меня пока хватит. Вот пауков завтра, наверное. Ну, вернее, в следующей серии надо будет обязательно снова убить. Я не знаю, чем их, наверное, будет лучше убивать. Думаю, это, скорее всего, что-то дальнобойное. Но еще мне пригодятся перья. Перья пригодятся. Их клонировать тоже дорогое удовольствие, поэтому даже не знаю. Давайте проверим, что у нас по оружию. Двуручный меч из муравьиного льва. Я предпочитаю все же что-нибудь более практичное. И, как вариант, нам нужно сделать себе клещевой макуаритль. Он с каждым ударом возвращает какое-то количество здоровья. То есть, ну, вампиризм, короче, дает. Так что надо будет это использовать. Собственно, юбилейная 10-я серия прохождения игры Grounded получилась довольно-таки насыщенной, хотя и не такой длинной, как хотелось бы, конечно. Так сколько он за раз? 10 штук делает? Ништяк. Тем не менее, хочу что сказать. Уже больше 10 часов кто-то за этим наблюдает, смотрит. Блин, эту штуку тоже надо сделать. И этим людям огромное спасибо за то, что они помогают нашему каналу. Они составляют не просто цифры в статистике, а именно людей, которым это, судя по всему, интересно. И мне это очень нравится. Значит, только одно, то, что мы стараемся не зря. Огромное спасибо всем, кто посмотрел эту серию. Огромное спасибо тем, кто поддерживает канал лайками, подписками. Может быть, рекомендациями друзьям, почему бы и нет, правда, правда. Ну вот. Собственно. О, все сделалось. Отлично. Всем огромное-огромное спасибо. И без лишних лирических отступлений. Всем до скорых встреч. Если увидимся в следующей уже 11-й серии. Это был канал Playday. Прохождение Playground. О, господи. Grounded. Playground, что за Playground? Unknown Battleground, не знаю. Всем, в общем, огромное спасибо. Увидимся в сети. Пока.